Айсан и Алина, они на втором и третьем месте по очкам. Утяшева на втором месте в скакалке, третья Кабаева. Утяшева на втором месте и в обруче, и в мяче, и в булавах. Тамара Ерофеева сейчас выступает с обручем. Тамара Ерофеева еще вчера показала, что уж с обручем она может выступать отлично. Старая композиция с добавленными новыми элементами, но костяк, в общем-то, остался прежним. Так вот, к слову, о тех самых очках Кубка мира я разобралась, наконец-то. Симона Пейчева во всех финалах на первом месте, Алиса Нутяшева и Алина Кабаева во всех финалах делят второе и третье место. У них по 12 очков. За исключением финала с обручем. Если вы помните, в Мадриде Алина уступила Ирине Чащиной, поэтому в обруче Чащина делит с Алисой Нутяшевой второе и третье место, а Алина с 10 очков.